«Приветствую тебя, ассасин. Скажи, когда сможешь приняться за дело. У меня есть очень важный контракт для тебя, санкционированный самой черной рукой. Ты помнишь Адамуса Филиду, вредителя из Имперского легиона? Его время пришло. Ему пора в пустоту, к Ситису. Я могу поручить тебе эту задачу». Адамус Филида потратил всю жизнь на расследование деятельности Темного Братства, мешая выполнению контрактов и убивая членов нашей семьи. Мы пытались убрать Филиду, но уже 3 раза мы терпели поражение. Он могущественный человек, и его окружали могущественные союзники. Но теперь годы службы этой свиньи подошли к концу. Он вышел в отставку. Филиде нельзя позволить одержать такую победу. Его судьба мрачнее. Филида сейчас находится в Леевине. Он живет в казармах городской стражи в качестве почетного гостя. Сейчас он уязвимее, чем когда-либо. Слушай внимательно, дитя мое. Черная рука разрешила использовать розу Ситиса. Это зачарованная стрела, которую убьет Филиду мгновенно. Как эта стрела коснется Филиды, он умрет. Но она не сможет пробить броню. Выстрели, когда Филида будет в доспехах, и роза будет потрачена напрасно. Иди в Леевин. Выследи Филиду. Узнай распорядок его дня. Дождись, когда он снимет треклятые доспехи легиона. А затем выпусти в него розу Ситиса. Убей Филиду, с помощью розы или нет, и контракт будет выполнен. Но чтобы получить премию, нужно не только убить его, нужно оставить сообщение. Когда Филида будет мертв, отрежь его палец, тот, на котором он носит печатку Имперского легиона. Положи этот палец в письменный стол преемника Филиды в его кабинете в тюремных казармах, что в Имперском городе. Сделаешь это, и премия твоя. Ступай, дорогой наш родич, до заключения. Тебя, мать ночи, Я знаю, о чем ты думаешь. Пойми меня правильно. Эта магическая стрела, конечно, хороша и все такое, но мне кажется, тебе не обязательно использовать ее, чтобы получить премию. Как только ты отрубишь его палец и оставишь его в письменном столе, ты получаешь премию. А старика можешь убить любым способом, какой тебе нравится. Ну и что с того, что он носит доспехи? Ты думаешь, эти обноски Имперского легиона могут остановить хорошую клеймору? Ни в коем разе! Удачной охоты, брат мой! Я слушаю. Пожалуйста, продолжай. Роза подействует, только если Филида будет без доспехов. А когда солдат не носит доспехи? Я снимаю свои доспехи только когда сплю или плаваю. Да не покинет тебя тень Ситиса, дорогой брат. Да, дрожайший. Ох, тебя послали убить Филиду? Надеюсь, роза Ситиса пронзит его сердце и отправит в пустоту. Удачи, брат. Надеюсь, тебя не убьют. Приветствую.
Да, Филида ушел в отставку, но у него наверняка есть телохранитель. Вероятно, один из стражников Лейявина. Может, придется устранить и его тоже. Пролей для меня немножко крови. Как поживаешь? Есть проблемы? И тебе всего наилучшего. Мои дети голодают. Мне только детей прокормить. Я многого не прошу. Спасибо, великодушный господин. Говорят, вор украл один из древних свитков из имперской библиотеки. Кто бы мог подумать, что такое возможно? Да пребудет с тобой благословение Стендара. Продолжай, пожалуйста. Я осела в Лейявине после службы в Легионе. Бедная мамочка. Она надеялась, что я выберу часовню или гражданскую службу, или даже удачно выйду замуж. Уходи, гражданин. Я не выношу праздно шатающихся. Добрый вечер, сэр. Этот старик? Его легко охранять. Каждый день одно и то же. Он посещает прибрежный пост, делает заплыв и никогда ни во что не вмешивается. До свидания. Да, мастер. Нужны мои услуги? Добрый день! Прославляй девятерых добрыми делами и посещай дорожные святилища Стендарра для получения благословения. До свидания. Да, мастер? Не здесь, не в людном месте. Мы никогда не должны говорить друг с другом вне убежища. Риск разоблачения слишком велик. Как поживаешь? Добрый день. Прославляй девятерых. Еще увидимся. Неплохо. До свидания. И тебе всего наилучшего. Thank you.
Жалься, сэр. Я слушаю тебя, гражданин. Да, я вижу тебя, брат. Адамус Филида мертв. Я почувствовала, как мое сердце наполняется любовью Матери Ночи в тот самый момент, как эта имперская свинья испустила дух. Темному братству оказана огромная услуга, ассасин. Награда заслужена. К тому же тебе удалось оставить отрезанный палец Филиды как предупреждение для его преемника. Отлично! Тебе причитается премия 500 золотых. Теперь иди, отдохни. Ситис знает, твой отдых заслужен. Следующий контракт уже ждет тебя, только скажи. А, ассасин, мне нужно поговорить с тобой, это очень срочно. Курьер Темного Братства только что доставил запечатанное письмо. Я узнаю такой тип послания. В нем содержатся тайные приказы. Оно адресовано тебе. Это от Люсьена Лашанса. Тебе нужно немедленно распечатать и прочесть письмо, и выполнить инструкции. Похоже, сама Черная Рука дает тебе задание. Ассасин, почему ты все еще здесь? Разве не вскрыто письмо? За дело! Черной Руке, видно, понадобились твои способности.
Я ждал тебя, ассасин. Мы с тобой некоторое время не общались, но я прекрасно осведомлен о твоих успехах в Темном Братстве. Вот почему я послал за тобой. Боюсь, у нас возникла проблема. Пришло время испытать как твой талант, так и твою верность Ситису. Черная рука узнала, что в Темное Братство проник шпион. Кто он и каковы его цели, нам пока неизвестно. Мы только знаем, что между этим предателем и убежищем в Чейденхолле есть какая-то связь. Убежище осквернено и не подлежит восстановлению. Известно, что этот предатель в наших рядах уже давно. Он начал действовать еще до твоего вступления в братство. Это снимает с тебя все подозрения». «Слушай внимательно, дитя Ситиса. Тебя избрали для исполнения древнего ритуала, известного как
очищение. Все в этом убежище должны умереть. Тебе придется нарушить один из догматов, что все мы поклялись соблюдать. Я знаю, это неожиданный поворот событий, но необходимы жесткие меры. Ачива, Винсент Вальтиери, Антуанетта Мари, Гагрон Гробалмок, Телиндрил, Мрадждар и Тайнава. Все эти члены нашей семьи должны умереть. С этого момента тебя более не связывают пять догматов. Ситис простит тебе любое убийство и любое воровство, пока ты служишь черной руке. Когда обряд очищения будет завершен, вернись ко мне сюда, в Форт Фарагут, и мы обсудим твое будущее. Теперь возьми эти особые дары. Они очень помогут тебе. Один из них — отравленное яблоко. Другой — свиток вызова. Удачи, душитель. Темное братство — древняя организация. Мы существуем тысячелетия. Иногда, чтобы обеспечить это существование, приходится применять решительные меры. Очищение — это одна из самых суровых мер, к которым нам приходится прибегать. К очищению прибегали всего дважды до сего момента. Пять догматов — это законы, направляющие и защищающие нас. Но иногда их приходится нарушать, чтобы защитить святыни нашей веры. С очищением мы избавляем темное братство от недоверия и предательства. Те, кто будет убит при этом, есть наше подношение Ситису в знак верности. Мы надеемся, что в процессе очищения предатель будет убит. Пока очищение не завершено, ни одно наше убежище не может считаться безопасным. Почему убежище в Чейденхолле еще не очищено? Все те, кому оно служит базой, должны умереть. Только тогда черная рука будет удовлетворена. Я говорю от лица Матери Ночи.
Когда я вижу тебя, брат, мое сердце наполняет. Вы с Люсьеном Лошансом уже виделись? Хорошо, хорошо. Я знаю, что какое бы задание он ни дал тебе, ты выполнишь его грамотно и осмотрительно. Слово Люсьена Лошанса — закон. Какой бы контракт он тебе ни дал, твоя обязанность — выполнить его, не задавая лишних вопросов. Ступай, дорогой наш родич, да заключить тебя мать ночью в свои холодные. Ты можешь уделить мне минутку? Да, добрый день. Когда я только вошел в семью, этим убежищем руководил другой уведомитель. Люсьен занял ее место, когда она была убита при выполнении контракта. Лошанс не выбрал бы тебя для выполнения этого контракта, если бы не был абсолютно уверен в твоих способностях. Постарайся не подвести его. Это убежище стояло здесь еще до того, как я вступил в Темное Братство, а это было 200 лет назад. Пролей для меня немножко кровушки, дорогой.
Сити, спаси меня! Я так рада видеть тебя. А может, тебе что-нибудь нужно?
Сидис, спаси меня! Ритуал очищения завершен. Отлично. Ситис удовлетворен. Пришло время признать и вознаградить твою беззаветную преданность. Черная рука весьма довольна твоими действиями. Ты приглашаешься в узкий круг избранных, тех, кому доступны секреты темного братства. Твоя жизнь в убежище окончена. Эти контракты теперь в прошлом. Отныне ты будешь служить Черной Руке. Ты будешь служить мне. С этого момента ты становишься душителем, идущим в тенях. Ты будешь получать контракты только от меня. У тебя началась новая жизнь. Слушай внимательно, дитя. Больше ты не будешь получать приказы напрямую. Вместо этого ты будешь проверять тайники, разбросанные по всему Сиродилу. Свой следующий контракт ты найдешь в тайнике у Геройского холма, к юго-востоку отсюда. В отверстии, в покрытом мхом камне, содержатся инструкции. Ты уйдешь отсюда, и мы больше не будем разговаривать с тобой, пока я не сочту это необходимым. Да, еще одно... У меня есть для тебя особый подарок. Снаружи тебя ждет лошадь по имени Теневая Грива. Она служила мне верой и правдой. Теперь я дарю ее тебе в знак моего доверия и любви. Теперь иди, и пусть Ситис направляет тебя на новом отрезке темного пути твоей жизни. Ступай, дитя Ситиса. Пусть содрогаются все в твоем присутствии. Да будь славу нашему отцу ужаса.